Всем здравствуйте! Прибыл я сегодня на рыбалочку со своим приятелем Мишей. Прибыли мы на последний лед, но так получается, то, что сегодня давит минус 6. То есть конкретно так подморозило. Дует северный ветерок, то есть рыбалка сегодня будет на холоде. Хотелось бы сегодня немного половить окуньков, поэтому луночки будем кормить мормышем, точнее остатками мормыша, потому что мормыш больше в магазины не повезут. Рыбачить буду на различные безмотыльные мормышки. Ну, в общем, все как вы любите и как люблю, собственно говоря, я сам. Сверлил и закормил я 12 лунок в двух местах. Часть лунок сделал тут, часть лунок сделал там, вон за Мишей. Ну и сейчас уже хлебнул немного чайку. Что-то как-то холодновато, лунки вон замерзают даже. Сейчас пойду на первый круг. Значит, на первый круг пойду с вот такой удочкой простенькой. Значит, мормыш у меня здесь идет. Мормыш Зуево оригинал, оливковый. Леска 0.12, сторожок металлический, обычный, покупной в магазине. Значит, чем он мне понравился? Понравился он мне тем, что он параболического такого строя и может задавать такую рваную проводку, которая достаточно хорошо действует как на леща, так и на хорошего окуня. Ну все, давайте начинать облов. Вот. Все-таки попал. Сорожка мелкая не выдержала. Взял я другую удочку с гвоздишариком и решил изловить ту рыбу, которая здесь есть. И решил половить и мелкую рыбу тоже. О, хорошая поклевка была. Сорожка клюнула. Пошла на дискошарик. Это интересно. Подлещик вот присосался. Мелкий. Мелкий подлещишка. Это подлещик мелкий.
Ух ты, приподняло. Приподняло. Старайтесь одна прям. Угу. Ну вот это поинтереснее. Да? Это поинтереснее уже рыбка. Если это плотва, то зачетная. Ну какое. Хорошая. Вот, что-то есть. Тут там упирается нормально. Пошел. Забился на подлещик. Подлещик. Маленькая заплаточка. Подлещичек попал. Привязывай. Так сейчас придет.
камеры, ребята, сегодня просто оторви и выкини. В общем, у меня уже пару раз улетала камера. Вот. И рыбачить, конечно, сплошное удовольствие. Я вот даже вот очки сейчас не снимаю, потому что, ну, невозможно, глаза аж слезятся. В общем, рыбка-то, в принципе, клюет, но клюет мелкая, клюет только на гвоздишарик. Причем я даже не пробовал, не стал менять. У меня стоял гвоздик с таким дискошариком, так называемый, светоотражающий такой шарик. Вот, и на него даже неплохо так проклевывается подлещик. Вот. Ну и плюсом ко всему попадается еще плотва. Ну, плотва не крупная, подлещик тоже не крупный. Вот есть как бы смысл, наверное, немного поупираться в том плане, то что подождать подхода может быть хорошей рыбки. Вот, ну посмотрим. Ну вот сейчас вот я решил взять удочку с чертиком и попробовать пройтись по другим луночкам. Посмотрим, может быть, на черта кто-нибудь покрупнее проклюнется. Че, ветром сдуло? Ну, наверное. Наткнул. Бьется. О, нормальная килька. Вот все, свинтил. Ветер просто не дает рыбачить. Поэтому сейчас вот у меня и так уже чертик не маленький стоит на удочке. А я сейчас поставлю еще больше черта. Вот у меня вот такой чертик. А я сейчас поставлю попробую вот такой чертик. Есть. Какой-то подлещик попал.
бойки. Раздача какая-то. В общем, друзья, рыбалка начала походить просто над издевательством над организмом. Поэтому решено было просто-напросто свалить со льда. Доходит до того, что уже просто ящики улетают, понимаете? Ящики улетают. Я тут мороженая елочка. Мне пришлось корыто зацеплять только ради того, чтобы у меня корыто не уехало никуда. Клев подлещика в такую погоду, конечно, возможен. Но только при... Точнее, лов подлещика в такую погоду, конечно, возможен, но только если у вас есть палатка или на худой конец плащ УЗК. А так, в ветер где-то 15-17 метров в секунду сидеть на льду — это удовольствие не из прекрасных, так скажем. Работал сегодня у меня гвоздик с дискошариком, работал сегодня чертик овсинка. Подлещики поклевали, правда, они были не крупные. Работала проводка абсолютно разная. Часто рыба реагировала на смену проводки. Для тех, кто просто не может усидеть дома в такую погоду, такая рыбалка, конечно, возможна. Но я думаю, что надолго без палатки и без плаща УЗК вас не хватит. Ну что ж, у меня на этом все. Увидимся с вами, ребят, в следующих видео. Берегите себя, всем крепкого здоровья и всем пока. Вот подлещичек попал. Чертика.